Подмена детей или их незаконное отлучение от семей. Такие случаи в России встречаются регулярно и привлекают большое общественное внимание. Почему это происходит сегодня и кто несет ответственность за подобные деяния? Это программа «Эволюция права» на канале РБК Пермь. Меня зовут Загайнов Станислав. Сегодня мы, как всегда, беседуем с адвокатом Мариной Казанцевой. Марина, добрый день. Добрый день. Подмена детей действительно вот, часто встречается, но, собственно говоря, кто является потерпевшим, для начала нужно определить. Ну, в данном случае потерпевшими будут являться как родители, так и дети. И действительно, преступление это направлено против интересов семьи. Мы знаем достаточно много случаев, когда на протяжении 10-20 лет, да и ранее, совершались подобные преступления. На сегодняшний день законодатель предусматривает серьезную ответственность за совершение подмены детей, как гражданско-правовую, так и уголовную. О мотивах, наверное, нужно поговорить, если говорить о подмене. Ну, при подмене детей чаще всего, конечно же, выделяют различные мотивы такого характера, как корыстный мотив, это в частности финансовая сторона, когда человек просто желает получить денежные средства и в своих целях использовать их. Есть мотивы, когда желают поменять больного ребенка на здорового ребенка. Бывает, когда живого ребенка меняют. Забирают взамен умершего ребенка. То есть совершенно различные мотивы. Ну, а есть похищение ведь еще детей, не только подмена? Это совершенно иная квалификация. Нельзя смешивать подмену ребенка с похищением ребенка. Но я могу сказать, в чем разница. То есть, когда меняют ребенка, то меняют одного ребенка взамен другого ребенка, а когда похищают, то это просто один ребенок забирается, и в данном случае уже квалификация идет по иной статье. Ну, то есть, и ответственность совершенно другая? Ответственность другая. А мы говорим о подмене, это квалификация статьи 153. Всегда ли в случае подмены это, ну, можно говорить, что это, конечно, имел место злой умысел или, может быть, по неосторожности, такое случается? Ну, в данном случае подмена является случайной, такое бывает, но и рассмотрение наказания будет совершенно по иной квалификации. 286-я статья предусматривает совершение преступления, допустим, должностными лицами, но, опять же, если мы обратимся к тому, что говорит 293-я статья, то увидим там о совершении преступления из халатности. То есть здесь различные ситуации, и, конечно, суд в каждом случае будет обращать внимание на то обстоятельство, кем совершено преступление и в чем оно выражается. Если совершает заведующий, то он не будет нести ответственность по одной статье. Здесь состав будет образовываться, исходя из его приказа, должностных полномочий, которые на него возложены. Все-таки хотелось бы от вас еще услышать и некие советы, как избежать подобной ситуации. Рекомендую людям просто носить элементарно с собой фотоаппарат, видеозапись. Действительно, когда мать впервые видит новорожденного ребенка, ей очень сложно запомнить его лицо, черты ушей, допустим, глаз, подбородка. И просто можно сфотографировать, выполнить видеозапись. Опять же, есть палаты, в которых могут находиться и мать, и дитя с момента рождения. Также есть право отца присутствовать и контролировать весь процесс. То есть подстраховаться можно, чтобы не произошло либо случайной ситуации, либо в результате преступных действий чьих-либо граждан. Марина, большое спасибо. Надеюсь, что подобных случаев будет все меньше и меньше, по крайней мере, у нас в России. Это была программа «Эволюция права» на канале РБК Пермь. Благодарим за помощь в проведении и организации записи нашей программы Государственный архив Пермского края. До встречи на нашем канале.